Приветствую меня, Ютфор. Сегодня мы будем играть в новую игру, а именно «Растения против зомби. Первая часть». И да, у меня появилась игра, поэтому будем играть в нее. И, погнали, что творится? Ё-моё, ну нифига тут зомбаков! Подожди, это первый уровень, я впервые просто играю. У зомбари, а что делать? Это надо убрать. Вот, все, погнали. Значит, это надо посадить? Это горох или что это? Я впервые играю в игру, поэтому не судите строго, я впервые играю. Ну, как пишет эта игра, подарила некоторым детство. Я так понимаю. Я, конечно, видел под последним видео, где я обещал поиграть в игры, где вот я крошу игры поиграть, никто не написал. Походу, никто не хотел написать какую-то игру. Идей не было, ну. У меня будут выходить, конечно, редко будут выходить Roblox. Но будет выходить Roblox, только если... Я перед этим записывал один маленький ролик, но... Он мне понравился, потому что там было очень много лишнего. Там очень много было. Там при видео были маты, противники матерились. Из-за этого было не очень. Единственное, что я начал делать ролик, намного позже начал снимать. Я не знаю, когда вот у вас он выйдет, но у меня вот я только начал его снимать. Подсолнух, да? 50 солнышек. You got enough plant. Guys, you edit on a sun. А, он дает солнце. Play pool to one fourth level. Ладно, погнали. Это мое имя, точно. Я сейчас назвал. Че, надо. А, надо подсолнухи посадить? Ну ладно. Если что, пишите, если хотите. Если хотите, можете поставить лайк, если не хотите. Я снимаю ради интереса. Просто я снимаю разную вещь, как вам просто понравится. Вот как это играть, я впервые не понимаю. Тут еще вторая часть есть, поэтому я пройду, иначе я пройду первую часть, только потом вторую пройду. Оно подсолнухи дает, да? О, имба! Оно подсолнухи дает, имба, люди, это имба! Я так понимаю, что горохострел это самое первое растение атакующее. Я так понимаю, солнце оно вам дает вот эту, как его, эту энергию. А вот горохострел они дают урон. Кстати, не играй, имба! Слушайте, вы гоните? Подожди, так это только начало, здесь вроде 5 частей есть. Туда ставим сразу же. Так, ладно. Слушай, тут даже монеты есть. Можно покупать, да? Сразу спасибо вам, что кто подписывается, тому огромное спасибо, тому здоровье. Спасибо за подписку, если вы подписываетесь. Я не знал, что у меня уже будет 30 подписчиков. Я только вчера начал, а уже 30 подписчиков. Это очень для меня, очень... Я очень удивлен, как вам так нравятся мои ролики. Я просто начал снимать мемы. Мой первый мем залетел на 2200 просмотров. Я такой, офиг, я проснулся утром. Я где-то проснулся к 6 часам. А вижу 2200 просмотров. 28 подписчиков и кучу лайков. Я такой... Мамочка родная, вот я так был рад, что вам нравятся мои ролики. Поэтому я не знаю, в ближайшее время будет ли у меня Roblox. У меня был такой момент на Roblox снимать. Поэтому напишите в комментариях, снимать мне Roblox или нет. Если вы хотите, чтобы я снимал Roblox, просто напишите. Да, снимай Roblox, нам очень нравится Roblox. Вишни. Вишни я люблю есть. А чё она злая? Е-мое, или ё-моё.
You got an airplane. Cherry bombs. Это cherry бомба. Скоро у меня... Когда у меня будут стримы? Когда у меня будут самые стримы? Вообще, могу так сказать. Стримы в ближайшее время я не собирался делать. Но у меня на следующем году, может, делаю стрим. Это к следующему году стрим будет. Поэтому не пишите, садись, делай стрим. Я же YouTube на телефоне, снимаю на телефоне. На телефоне подложу, я понимаю, что у меня есть ноутбук. Очень хороший, но снимать-то мне тут удобно. Идет. Пиу. Чё-то как-то солнце мало. Куда ты идешь? О-моё, у меня 15% заряда. Народ, у меня 15 заряда. Вы гоните у меня 15 заряда? Подождите. У меня 15 заряда, что мне делать? Остановить ли мне ролик и взять зарядку? Ладно, остановлю. Все, пацаны, я отошел, но я просто отходил под зарядкой. У меня жизнь как там заряд начал подладивать, поэтому, как-то так. Что тут случилось? А, зомбари конусом. А почему растение стреляет в тело, а урон по голове несется? Физика какая-то, конечно, странная. Если под видео наберется больше, чем 10 лайков, я сразу же сойду сделать мем. Вы же так любите мемы, что вы так быстро набираете просмотры. Стой. Он же упадет. Ё-моё. Тут даже механику не хотела сделать. Надеюсь, вам залетит ролик. Вы еще можете заметить, новое скачал для съемок видео. Не видела приложение. Мне оно нравится. Если что, может быть, я вам расскажу, как это приложение называется и как его найти. Если наберется 10 лайков или комментарий, кстати, повторяю, пишите мне под тем роликом, где вот робот игры. Я выберу именно человека, я выберу каждого человека и каждую игру постараюсь зайти. У меня, если там будет много, я две выберу. Я самостоятельно подпишусь на его канал, поставлю лайк и под каждым его комментарием буду стараться ставить сердечки. Лайки вот эти. От автора я называю их лайками. Поэтому, если хочешь просто, чтобы я оценил, если тебе нравится меня каким-то образом смотреть, ты хочешь от меня подписку, то... любую игру, я не говорю, хоррор, хоть какой-то ПВП, я в любую игру буду играть. Давай сегодня пройдем 8 левелов. Потом я сегодня еще сделаю продолжение по другим частям. Нифига себе! А что это такое? Офигеть! А почему такое поле большое? Вы что, гоните? Как я играть буду? А что делать? Я не знаю, что делать, реально. Ай, зомбаки побежали. Да, зомбаки, конечно. Давайте орешек поставлю. А что я сюда орех поставил? Ладно, пока он будет дать и магазин, ладно, пофиг на одну линию. А магазинка же, вот эта же машина, она же должна его задавить, или... А он на нее наступит, он ее должен поломать, или что? Вот эта фигня двигается, ой, зомбак. Зомбачера, давай, пиу, давай. Горох, раз, два, три. 4, 5, 6, 7 и 8 и последний 9. 10, 10 выстрелов надо. Нифига живучи. Ну чё, как тебе орех по вкусу, зомбок? Я ж тебя взорвать сейчас смогу спокойно. А давай. Вес больше на вас 250 тысяч тонн тротила.
Бам! Нифига его разорвало! Разорвало не по-детски его. Да блин, ну какой еще зомбак? Еще один зомбак идет. Вы гоните, разрабы. Ну дайте солнце, 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 пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, дай, дай, дай солнце. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Опа. Ну давай, огонь. А, огонь. Давай добей, пожалуйста. Я молюсь, добей, добей. У меня лопаты нет, я не могу это вкопать, вот эту фигню. А, и зомбак побежал. Ну, зомбака уже, пожалуйста, ну, вот это опасно, вот это опасно, клянусь. У меня уже, подожди, я 10 минут ролик снимаю. Я только 3-4 левела прошел, уже 10 минут. Я не знаю, почему так все долго, но... Ну, давайте я пропущу, пропущу, пропущу. Ну, что, здорово, и вот я подошел к концу игры, и сейчас я получу лопата. Я ее в этом уровне так хотел наконец. Я. Подожди. Реклама. Ну чё, лопата, поэтому погнали. Сейчас приведу. А, я просто английский хорошо знаю, поэтому я понял, что сейчас переведу. Меню. Ну, короче, дальше. Погнали. Пятый левел, это что такое? Так, так. А почему не так близко стоит? Вы гоните? Почему так быстро? Это что за крест такой? Это что за крест такой? Ого! Крест, крест! Ладно, дверь говорит выкопать? Зачем? Хотя бы как чем-то они же должны снести. Окей, гуди, втор, трю, сюрприз. Два плаща, скип, скип, скип. А, я обожаю эту игру, я знаю, что это. Я видел в трейлере, что это. Ну? Ну, вроде бы норм, вроде бы норм. Погнали. Меня еще написал подписчик один. Что я увидел, что тут написано, что здесь есть какой-то обычный мод и хардкор мод. Хард мод очень тяжелый, поэтому ты никогда не пройдешь. Бро, если чё, я сегодня собирался делать ролик. Так, вот эту кучку, а хотя ладно, ладно, скипну. О, скипну, хорошо! Давай. Эх, задеть, хотел, чтобы заделать. Давай, давай. Бачка, как работает боулинг? Никак. Ой-ой-ой, как скипну, о! Вот это скипать, я понимаю. Опять взрывной. Ой, опасненько. Представляешь, что здесь сильно хардкор мод. Это еще один взрывной. Да ё-моё, ладно, еще один. Пау. Быстренько. Ай-яй-яй-яй. Шкибиди-доп, шкибиди-дип, шкибиди-доп, доп, ес-ес. Если что, я, может, скоро сделаю реакцию на скибиди. Мне написал еще один. Я еще один видел тут про эту игру. Здесь есть вторая часть, и тут много читов. Осуждаю читы. Мне только сейчас кажется, или эта игра мне напоминает одно из видео. Ладно, это. Ладно, подожди, ладно. Ладно, это, ладно, я не буду это скипать. Согласись, просто обычная игра. Скучно. Терпимо. И, короче, терпимо. Пожалуйста. Она не взорвалась. Ё-моё, ё-моё. И не задела, конечно. Конечно. На что я думал, а? Смотрите, бам, бам. И оно нифига не взорвало. Я еще про... Давай, задень, задень. Оно на 1 метр не попало. Скучновато, конечно, но... Минус, 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 мина. Ладно, ребят, давайте на этом закончу или не буду заканчивать. Эти погнали. Опять реклама. Всё, пацаны, погнали. Всё, пацаны. Игры какие-то. Ладно, ребята, все... Завтра я сделаю ролик, как я буду продолжать играть.
В следующем ролике я дойду, надеюсь, да вот до ночи. Тут тоже много, тут очень много левелов. Аж еще 4 левела, я только 6 прошел. Поэтому, ребята, всем пока-пока!